Когда ложатся на листы слова моих стихотворений, то даже тень нет сомнений, что типа я не просто гений, а типа чистой красоты. Как Евтушенко и Евгений, с которым мы давно на «ты». А ты? Я мог бы с Пушкиным на «ты» дружить на дружеской пирушке. Да что там, извиняюсь, Пушкин, у меня в голову эта подружка сама бы Агнии Барто, и по утрам бы мне цветы несли от Агнии Барты, а то. И пастернак, заморский фрукт. Хоть кто-то думает, что овощ с горячей свечой в полночь всегда готов прийти на помощь, ведь он же типа мне как друг, а не демьян родства не помнящий, забывший другов и подруг. Вот сук. И сам я, что греха таить, порой сам себе листая, взлечу, как диких уток стая, и лечу. Такой. Весна 3 недели, всего повсюду, грачи прилетели и гадят паскуды. Там мои френды кричат мне не кашли, покажут экскремент, а для нее они башли. Хожу по сберкассам, а вдруг смеха ради придет мне инкасса от доброго дяди. Я, сняв в натуре валюты со счета, куплю своей дури приятные чета, и пусть это чет ее утешает, и как светлячок пусть оно украшает. Тома и погост, и я неуклюже, угрюмо обосранно гуляю по лужам, хожу как по Марсу, ты думку гадаю, чему ж я не Карлсон, чему не летаю, чему же в ночи дюже сердечко тужит, и гадят грачи, ялки, волки, чему же, а может, селявить эти экскременты весны или любви прекрасные моменты. И давайте, чтобы, так сказать, так...